Доброе утро! Я нахожусь в одном из центральных кафе города Екатеринбурга, кафе мексиканской кухни. Вместе со мной шеф-повар этого кафе Александр. Доброе утро! Доброе утро, Александр! Ну что, сейчас какой-нибудь по-настоящему мексиканский завтрак будет к месту. Какой? Яичницу. Самую, что ни на есть мексиканскую, сделаем в этот раз. Ингредиенты? Яйцо. Так. Куда без него? Зелень, овощи для сальсы и лепешка тортильи. Давайте, вы будете резать перец, а я томаты. Договорились. Теперь я режу чеснок. Раздавливаем. Мелко, крупно? Чеснок можно помельче, но сильно мельчить не обязательно. Он смешается в сальсе как нужно. Текстура будет правильной. Все, в разогретую сковородочку с маслом я это все положил. Я могу еще что-нибудь покромсать, пошинковать. Да, сейчас как раз этим займешься. Нужно две тортильи. Можно доставать из пленочки. Как это открывается? Это как-то просто очень должно быть. Я тебе покажу. Все гораздо проще, смотри. Угу. Берешь, короче, вот так вот. Тут уже все давно открыто. Ее режем шашечками. Знаешь, да, такое слово? Это будет как бы кубик, но плоский, геометрический. Это будут чипсы. Угу. Это основа для яичницы. На нее сверху выкладывается. Вот, чтобы такая хрустящая у нас вещь получилась. Мы ее в масле обжариваем. Сальце у нас тут шкварчит. А там уже и чесночок внутри, кстати сказать. Да, и чесночок мы уже добавили. Сейчас все это мы солим, перчим и добавляем воду. Полстакана у нас где-то, да, сколько? Полстакана больше не нужно, да. Теперь на сливочном масле мы жарим, собственно, сами яйца. Нарезать зеленый лук. Да, весь? Да. Прямо весь? Да, это еще один наш компонент в сальсу. Мексиканцы всегда жарят яичницу на сливочном масле. Я чувствую, что есть во мне мексиканские корни, потому что я тоже жарю всегда яичницу на сливочном масле. А, мы забыли самый главный ингредиент. Халапеньо. Халапеньо. Чуть-чуть остринки нам нужно добавить в сальсу. Прям вот так вот, прям по-серьезному кладем сальсы побольше. Так, сыр. Завтрак должен быть плотным. С радостью хочу сообщить, наше блюдо готово. Нужно сейчас сказать большое спасибо Александру, который прямо вложил душу сейчас в эту мексиканскую яичницу. Александр, я не знаю, что вы добавите сейчас к этому. Может быть, каких-то пару слов? Да, дорогие женщины, готовьте мужчинам вот такой примерно завтрак, чтобы они наедались и добрые уходили на работу. Спасибо большое, Александр. Вы сейчас возвращаетесь в студию «Утро ТВ», а я буду это пробовать.